нейтральность. Светящийся ядерный взрыв. Управляемый термоядерный синтез. Управляемый термоядерный психоз. Низкотемпературная плазма. Низкопросвечивающее сияние. Thank you.
плазма, приходит. Эктоплазма, протоплазма. Плазма, наполнение. Плазма, накопление. Плазма, специальные смазки. Плазма социальной интоксикации. Идеально, не идеально. Равноясно, неравноясно. Индуктивно связанная плазма. Плазменная ферментация. Сшибающий плазму любого ядра. Скрещивающий плазма. Прелесть внутренних взаимодействий. Плазменная чистота. Плазменная плотность. Полевая плазма. Надзвездная туманность. Плазма лазерного излучения. Суммарный заряд, приближаемый к нулю. Противостояние в равном количестве. Плазма ригидность. Руководитель проекта. Устойчивость во внешних полях. Концентрированный землемер. Плазма турбулентность. Автослесы грузового транспорта. Электрошок. Установщик душевых кабин. Лоботомия. Продавец. Лоботерапия. Разрядный. Переводчик со шлейфом. Клеящий. Разряд. Программист. Разработчик. Разряд. Бухгалтер. Диаграммный. Производитель. Разряд. Руковод. Грузового транспорта. Установщик душевых кабин. Продавец-консультант. Переводчик со шведского. Все они востребованы. Даже специалист по физике звука может иногда найти у нас работу по специальности. Я же самостоятельно даже вес тела в момент удара о землю после падения с моего балкона рассчитать не сумею. Читал тоже не то чтобы много, и то почти ничего не запомнилось. Нет, Андерса Петерсона тоже не знаю. А, работы вроде видел, но имени тогда не запомнил. Thank you.
Важный контроль и выстрел. Важный контактный ход. Важно оборван. Стремительно превращающийся вакуум. Плазма сжатится. Кровь растворится. Это шип. Он в солнечной пыли. Врачащая свет. Часть размножения. Машинерия. Индустрия. Искусство. Плазма. Насилие масс-медиа. Антропологическая машина. Заткнута в стол. Набитые плазмой. Черные алики. Черные аляски. Черные леггинсы. Плазма Атавин. Института образования. Плазма галлюцинации. Плазма слизь. На институте семьи и собственности. Плазма страх. Критика. Это не критика. Это археология. Руины дискурса. Социальная мимикрия. Выволочка ума. Ментальная гетто. Пролежень мозга. Угодный социальный коридор. Далее следует перечень видов ментальной атрофии, продолжающейся бесконечность. Плазма смерти. Дальше не смерть. Гноение на этом, оказавшись в финской Икее, подумал только, я же это уже видел в разных интерьерах, и никаких эмоций. Потом в аквапарке было, скатился по всем трубам, даже по черной, и ничего. Ощущений не больше, чем при просмотре их же рекламы в кафе этого аквапарка. Ничто не удивляет. Пролить на ночной город из самолета и говорить не стоит. Ну да, напоминает тлеющие угли костра. Все города сверху похожи на огромную микросхему. И все устья рек выглядят одинаково. Примерно как в навигаторе, и даже многократные, многогектарные, симметричные рисунки фермеров на полях могут удивить только тех, кто их никогда не видел. А я ничего не чувствую, что происходит как будто на экране. Взял покататься кабриолет, верно, руки сами тянутся вверх, чтобы почувствовать потоки воздуха на скорости, но не более того, как в дурном клипе. Полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь машина и даже старый катафалк,
специализированные для перевозки грузов, каждый в свое время, но особых впечатлений тоже не принесли. Отсейте видео, как американцы пробуют наш класс шоколадный сырочек или пытаются выговорить что-то из разговорника, даже смотреть не стал. И так легко представить, какой там диапазон эмоций может быть. Ничего не чувствую, все как на мониторе, все как на экране, вот не помню. Досмотрели мы тогда закат с террасы на берегу моря. Кажется, ушли в какой-то момент просто допив вино. Откуда должно возникнуть желание наблюдать затмение через компакт-диск, если в Discovery это уже показывали много раз и гораздо качественнее. Да и сам Discovery уже никто не смотрит, наверное. Там же показывают то, что обычно показывают на Discovery. Правда, вот панорамные фотографии Марса действительно немного взволновали. Немного. Можно ли испытать избыточную ностальгию при посредничестве НАСА? Что-то вроде щемящего вида пустой викторианской улицы, где не могло пройти твое детство. И я почувствовал было, но потом фотографий стало уж очень много. Виды Марса как-то примелькались, и это чувство тоже пропало. Вот так. В итоге, прохаживаясь по окраинам многолюдной вечеринки, избегая людей, можно бесконечно переходить из одной пустой комнаты в другую с сухим бокалом в руке и телефоном в другой, пока не встретишь того, кто поступает точно так же.